Salam. Real TV-də Azərbaycanın görkəmli kino rejissoru, xalq artisti Eldar Quliyevin profildi. Eldar müəllim, продолжаем нашу беседу, очень интересную, кстати, беседу. Eldar müəllim, многие, значит, представители культуры, искусства, кино стали чиновниками. Ваши друзья, ваши соратники. Вы когда-то были даже председателем профессионального союза. Почему Eldar Quliyev не стал чиновником, не стал, как сказать, не знаю, там, руководителем какой-то отрасли? Хотя у вас были шансы, уже все, вас все знали в 80-х годах, у вас были была госпремия. Я был еще совсем молодым, и мне предлагали директором киностудии. Но я не люблю всякие совещания, собрания. Я считаю, что киностудия должна быть как творческая организация. Именно так. Я ее такой видел. А это не могло быть в тот момент. Все было до того, так сказать, уже... Какие годы был? Именно вот как ты и сказал. 70-е, 80-е годы. В те годы. Вот. Кино тогда было очень уже, это слово я не могу найти, как бы заштамповано, загипнотизировано определенными законами. Чиновниками. Да. Причем у нас это было и кроме бакинских, азербайджанских чиновников, мы еще, естественно, подчинялись московским чиновникам. Госкино СССР. Госкино СССР, которое мало порой знало про Азербайджан. И они к этому подходили как к любой просто единице. Не пытаясь понять, о чем речь, кто эти люди, кто они такие. Вот это было, так сказать, это мешало. И когда были попытки наших некоторых писателей снять именно какой-то национальный фильм, это прерывалось на корню. Ага. Но вы снимали национальный фильм? Ну, я пытался. Я считал, что каждый кинематограф... Было 15 киностудий тогда в Советском Союзе. Что каждый пытался рассказать о своем народе. О проблемах, которые его, так сказать, беспокоят. И я пытался, чтобы это был бы язык. Вот я считал, что замечательный язык кинематографа был у грузин, грузинское кино. Оно было действительно грузинским кинематографом. У нас это, к сожалению, не получилось. У нас... Не получилось по разным причинам. Хоть одну можете вы подчеркнуть? Нет, не хочу. Это связано было с человеческим фактором? Конечно. Или идеологией? Нет, человеческим фактором. Человеческим. Да. Eldar müəllim, вы снимаете в 87-м году фильм «Тахрибат», но после этого где-то лет 10 мы не видим ваше имя в титрах. Вы не снимаете кино до этого прекрасного мира. 99-й, если я не ошибаюсь. В чем была причина в то время? Вы сами не хотели? Или у вас все-таки были конкретно какие-то вот эти причины? Причины, что кино вообще не снимали в Баку. Не было кино. И поэтому это кино, экран забрал под себя чиновники, можно сказать. И они там командовали. А мы не могли снимать. Кино – это финансирование, что очень важно. А нас никто не финансировал. Распад СССР нанес большой удар по кинематографу. И не только по нашему, по всему советскому. Поэтому уникальному
события, как советский кинематограф. Да. Это был распад и разлом. Возьмите там что? А что советское кино в тот момент делало? Ничего. То же самое. Сейчас только-только начинают что-то там шевелиться, что-то начинают там делать, и мы ожидаем что-то новое. А у нас тоже нет сейчас Тарковского. К примеру, зритель уже все-таки, опять я говорю, воспитанный на мировой классике, он же не воспринял это. И нельзя воспринять. Эльдар Мәлім, вот вы создали уникальную лабораторию для молодых режиссеров. Дебют называется. Да. Вообще, вы довольны этой студией в течение вот 33 года, да, оно работает, 34 года, можно сказать. Вы были довольны? То есть там именно зародились ли те идеи, режиссеры, сценаристы, которые вы поставили цель? Вы достигли цели? Или нет. Все-таки там тоже были какие-то нет. ошибки? Не ошибки, а просто да. проблемы? Не достигли. Угу. Потому что я действительно думал, что это будет лаборатория, где молодые будут пробовать язык кино, пробовать и их вместе с этим, их отношение к кинематографу, их отношение к жизни молодых. К сожалению, это не получилось. Почему не получилось, Эльдар Мәлім? Наверное, наша ошибка тоже была. Несколько мы к этому отнеслись, ну, по-чиновничьи, будем так говорить. Ага. Вот. Не пытаясь разобраться изнутри, мы им позволили, дали им возможность, а они сами не использовали эту возможность. Я им говорил, ребята, надо сейчас вам снимать, вам дали возможности, которых у нас ни у кого не было. Пробуйте. Но ребята не пробовали. А можно, вы считаете какие-то яркие образцы этой студии, которые действительно, они являются, как бы сказать, азербайджанскими кинематографами событиями? То есть были какие-то события именно по линии дебют? Да. Я пытался это сделать. Чтобы это по линии дебюта, именно это были какие-то национальные фильмы, азербайджанские. Пытался, но, к сожалению, не получилось. У меня не получилось. В то время не получилось или потом уже, через несколько лет? Нет, ну это спустя время, я беру время, может, это спустя годы, к сожалению, не получилось. Жаль. Эльдар Мәлім, ваше отношение с Гайдаром Алиевым, он еще являлся, как можно сказать, генеральным продюсером фильма «Бабяк». Я просто так говорю, да? То есть, потому что это самый дорогой фильм был в советское время, да. в Советском Союзе, но он еще, у вас были с ним отношения. Рассказывайте нам хоть какие-то моменты с этим великим человеком. Нет, ну, мне, честно говоря, повезло в том отношении, что я оказался в период, когда Гейдар Алиевич руководил республикой. Когда Гейдар Алиевич руководил, он очень любил кино, кстати говоря. Он смотрел все азербайджанские фильмы. Он порой смотрел и не только азербайджанские. Он смотрел фильмы других студий, и потом нам... кинематографистам, записку посылал, то ли письмо, то ли через своих работников, если он не был в Баку. А на отдыхе бывало, что он смотрел фильм. И потом он после этого просмотра писал или сообщал, что вот пусть они посмотрят этот фильм. Нам такой фильм нужен. Ага.
Мы порой не соглашались с этим, но тем не менее, это он любил кино и очень, так сказать, этим вопросом занимался. Гейдар Алиевич насчет кино, это была наша защита. Он спасал ваши фильмы, кстати. Да. Я говорю, это была наша защита, это он стоял. Он интересно, он когда, он, если фильм ему не нравился, азербайджанский, а он порой смотрел по субботам, воскресеньям на даче, если фильм не нравился, он ничего не говорил. Но если ему фильм понравился азербайджанский, он на следующий день, в понедельник, звонил на студию и поздравлял коллектив киностудии с новой удачной работой. Вот очень тонко он подходил к этому. Для него было очень важно, чтобы он понимал, он говорил, что ну да, ваш фильм, любой фильм, смотрят десятки тысяч людей. Спектакль смотрят 500-600 человек. А вот это кино будет смотреть десятки тысяч. Причем по всему Союзу. Как вы считаете, вот с сегодняшнего дня опять-таки, да, у вас фильм «Низами» получился? Нет. Почему не получился? Из-за выбора актера, кстати, вашего друга? Или просто там совсем другая, опять идеология там доминировала? Нет, я считаю, что во всех недостатках любого фильма виноват режиссер. А если идеология диктует? Не может быть, тем более в историческом фильме, чтобы идеология так захватила бы все, что было бы забыто творчество. Нет. Ну, не получилось. Не получилось, но, вы знаете, одно зато я сделал этим фильмом хорошее дело. Сохранил для зрителей Муслима Магомаева. Он был вашим большим другом. Он был и моим другом был большим, и интересным моим собеседником, человеком. Вот, и с ним было интересно. И вы с ним работали еще, как композитор, режиссер? Да, 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 да. Да. И какой тандем был Эдар Мялем? Как он воспринимал, то есть ваши идеи, как вы воспринимали его все трактовку? Все нормально. Угу. Иногда в спорах, а иногда совместно как бы идеи совпадали. Вот. Но с ним было интересно. Это интересный человек, интересный собеседник был. Большой художник, без сомнения. В ваших фильмах всегда есть любовь. Но это совсем другая любовь. То есть это как высокие человеческие чувства. Что для вас означает любовь, Эльдар Мялем? Потому что фильмы, ваши фильмы, вот это чувствуется совсем другой, оригинальный подход к любви. Это означает жизнь. Любовь – это жизнь. Как может быть жизнь без любви? Этому человеку я не завидую. Все-таки любовь – это жизнь. Какой проект вы не смогли организовать вот в течение этих лет, которые хотели, но были какие-то веские причины? Был какой-то проект, независимо от масштаба? Сейчас или в прошлые годы? Вообще. Да, были. Были такие проекты. Я помню, я работал со сценаристом, с писателем Исим Эликзаде. Угу. Мы написали неплохой сценарий, который потом он напечатал в виде повести. Вот. Были. Заявки с моей стороны были, и не проходили они. Эльдар Мялем, помимо Муслима Магомаева, вы с кем дружили? Как коллега и как друзья, можно сказать?
Нет, ну я так не могу сказать. Ну, понимаете? Сами близкие ваши друзья, например. Нет, ну, это разные есть возрастные этапы. Ага. Ну и Расим Аджагов, мы с ним дружили, были близкие. Вот, потом еще кто? Гасан Турабов. Он что, у вас снимался много раз? Да. Вот мы с ним понимали друг друга. Мы с ним, вот и мне было удобно с ним работать. Он говорил, что то же самое обо мне. Поэтому они были одновременно, естественно, друзья, коли мы понимаем друг друга. Один из ваших последних фильмов, я не говорю последний, потому что да. еще фильмов для режиссера, для творческого человека нет последнего проекта, да. дай бог. «Истанбульский рейс». Так. Как будто вы по старым временам там чувствуется, не знаю, там, вы как будто желаете, у вас есть тяжесть к старым временам. Даже вот эта сцена, где в кафе встречаются старые друзья, там, потом там диалоги. У вас есть вообще, это по вашему характеру, Эльдар Мәлім? Не знаю. Что-то вот тянет как будто вас к ностальгии, так можно сказать. Ну, я вообще к нашей истории, к нашему старым, будем так говорить, временам, я отношусь с большим почтением. Потому что я видел, я жил там среди этих людей, и поэтому не мог их не показывать, не говорить о них. Я хочу рассказать о них. Я хочу рассказать о людях, с которыми я вырос. Я хочу рассказать о людях, которые окружали меня. Ага. Это естественно. Но не все получается. Эльдар Мәлім, и мой последний вопрос. Да. У вас очень много персонажей, героев, образов, конечно же, которые вы с помощью актеров создали. Ну, конечно же, исходя из материала. Какой из образов, из героев вам ближе? Вы его считаете, например, как сказать, самым таким ярким, который вот имеет яркое сходство с Эльдаром Гулиевым? А, со мной? Да, мне конечно это же. Трудно. Там, мне на экране вы создали фактически самого себя. Ну, там минус-плюс, там проценты, не имеет оно значения. Не, мне это трудно сказать, который из них на меня похож. Не знаю. Но вы же сценарий сами писали. Да, но тем не менее, я не знаю, не могу сказать. Это должны со стороны люди определить. Со стороны? Да, насколько я близок или удален от того или иного героя. Ага. Сам я не могу это решить. Эльдар Мәлім, спасибо вам за очень интересное интервью и за ценные слова, так как вы являетесь генофондом Азербайджана и, как сказать, выдающимся представителем азербайджанской культуры. Спасибо вам большое и дай Бог вам здоровья. И, конечно же, поздравляем вас спасибо. С юбилеем. Спасибо большое. Я желаю вам всего хорошего, успехов, творческих успехов. И, ребята, вот уже надо, раз вы взяли за это дело, надо идти до конца и держать этот флаг в руках. Спасибо вам большое. Real TV'de Azerbaycan'ın halk artisti, görkemli kino rejisörümüz Eldar Guliyev'in profiliydi. Salamat kalın.